Сегодня тема такая будет, как подготовить квартиру в домашних условиях от клопов. Сейчас я зашел в квартиру, она двухкомнатная, и я понимаю, что здесь клопы. Мы проходим по квартире и заходим в комнату. И начинаем ее смотреть. То есть предварительно мы что делаем? Мы разбираем, получается, диваны. В диванах они живут постоянно. Для этого что надо? Для этого надо вам взять отвертку, чтобы где-то подковырять, да, какие-то места. И обязательно фонарик, потому что они везде прячутся. И мы смотрим, наблюдаем. Если вы не знаете, как они выглядят, да, это, ну, клопы, можно зайти в интернет и посмотреть наглядно, как они выглядят. И вы сразу поймете. Если у вас большая заражаемость, должны быть яйца маленькие, такие белые, вы их сразу увидите. Здесь я пока ничего не наблюдаю. Смотрю внимательно, я пока ничего не наблюдаю. То есть здесь пока ничего нету. Да, вот здесь вот. Также вот они вот здесь вот тоже прячутся, они прячутся везде. Смотрите внимательно. Также вот эту мебель тоже всю переворачиваем. И все, получается, мы убираем с дивана. Чтобы дезинфектор мог его обработать. Либо вы сами. Но это уже как вы уже сами решите. То есть мы здесь осмотрели диваны. Нашли мы здесь, не нашли. Мы идем дальше в комнаты. И закрываем форточку, чтобы здесь образовался вакуум. Мы идем в следующую комнату. Также в следующей комнате мы уже подготовили диванчик. В этом диване конкретно есть клопы. Показывать я вам их не буду. Но они вот здесь вот как бы далеко. Но диван как бы зараженный. Я его тоже оставил наглядно вам показать, как можно увидеть этих клопов здесь. Дезинфекция занимаемся в городе Красноярске. Ссылка будет внизу. Переходите, смотрите. Также мы закрываем здесь окошко. И уходим подготавливать препараты для дезинфекции дома. Если кому понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь.